Один из самых популярных сериалов Турции «Чукур» делает финал в мае. И актеры, занятые в культовом проекте, уже начали подыскивать себе другую работу. Первым, кто подписал контракт на новый сериал, стал исполнитель роли Джеласуна Кубилай Ака. На этот раз Кубилай, который в трех предыдущих сериалах «Моя родина – это ты», «Чукур» и «Любовь 101» исполнял важные, но все же второстепенные роли, выйдет на первый план. Как стало известно, молодой актер сыграет главную роль в новом летнем сериале компании Audio Pictures «Стеклянные потолки». Напомним, что компания Audio Pictures создана главным продюсером компании Аяпым Керемом Чатаем в сотрудничестве с Амером Азгюнером. Аяпым также снимает сериал «Чукур». Так что новая работа Кубилая выглядит вполне логично. Сериал выйдет на телеканале Шоу ТВ. Автор сценария – Мирича Джими. «Любовь на прокат», «Маленькие преступления», «Ранняя пташка», «Любовь 101». Режиссер Фихми Астюрк ранее работал вторым режиссером таких проектов, как «Статус отношений запутана», «Наша история» и «Запретный плод». Это будет его первая самостоятельная работа. Для Кубилая Ака работа в летнем сериале может стать прекрасным трамплином, подняв его статус в турецком шоу-бизнесе с актера второстепенных ролей до уровня настоящей звезды. К тому же успешные летние сериалы создают для актера прочную базу поклонников, которые остаются с ними на долгие годы. Вспомним Серкана Чайалу, Барыша Ардуча, Джана Имана. Будет ли сериал успешным, мы узнаем этим летом. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами! И не забывайте подписаться на наш канал.